Казахстанский фольклорно-этнографический ансамбль «Сазген Сазе» в рамках гастрольной поездки в Турцию впервые выступил в Стамбуле. Музыканты исполнили знаменитые произведения Курмангазе, Хазангапа и Нургиси Тилендиева, аккомпанировали исполнителям хитов Шамши Халдаяхова и Асета Бейсеова. А известная певица театра оперы и балета имени Абая, заслуженный деятель Казахстана Гульзат Даурбаева, исполнила казахские народные песни и популярные произведения турецких композиторов. «Сазген Сазе» выступит в 5 городах Турции, затем гастроли коллектива продолжатся в странах Европы. Сегодня концерт проходит очень хорошо. Народ очень тепло принимает наших артистов. Уверен, наши певцы и музыканты способствуют укреплению дружбы и культурных связей между Турцией и Казахстаном. Хороший концерт. Пришли смотреть всей семьей. Нам очень понравился. Получили огромное удовольствие. 2 недели назад тоже был на концерте казахских артистов. Как только узнаю, что приехали из Казахстана, обязательно хожу. Не пропускаю ни одного их выступления.